поимках выездную администрацию проводят каждую неделю. Встречи в таком формате проходят поочередно во всех микрорайонах городского округа. В одном месте представители власти, сотрудники профильных ведомств и коммунальных служб, депутаты. У химчан есть возможность задать вопрос, который касается любой сферы. Сюда приходят и целыми инициативными группами. Мы решили пойти на прием к нашему начальнику управления. Мы вообще записались на прием, но узнали, что Юрий Николаевич будет здесь поблизости, решили прийти сюда. Так что да, мы ответом довольны. Люди контактные, общительные, которые могут помочь. Выездная администрация длится более 4 часов. Сегодня от химчан больше всего поступает вопросов, которые связаны с ремонтом многоэтажек и дорог, обновлением дворовых территорий и детских площадок. Все обращения фиксируются и оперативно решаются, а те, которые требуют детальной проработки, обязательно берут на особый контроль. Тут и культура, тут и образование, тут социальная сфера, транспорт, строительство, то есть все, что торговля, вот, реклама. Любой вопрос здесь найдет своего адресата, которому можно задать и, главное, получить конкретный ответ. И всегда важен конструктив. Вот мне кажется, это очень конструктивная форма взаимодействия с жителями. Ты можешь задать прямой вопрос, тебе не нужно ждать часами в очереди. Диалог населения и власти дает плодотворный результат. Такая совместная работа позволяет сделать Химки еще комфортнее и краше. Нередко на выездной администрации жители предлагают и свои инициативы по улучшению той или иной территории. Здесь важен каждый вопрос. Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.